В Азербайджане находится группа военнослужащих вооруженных сил и авиационные средства братской Турции, задействованные в предстоящих в нашей стране совместных тактических учениях, посвященных столетию образования Турецкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. Отметим, что совместные тактические учения, запланированные на 23 по 25 октября, пройдут по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчеванскую автономную республику и освобожденные территории. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.